Всем привет! Сегодня я покажу, как обыгрывать три аккорда: ля минор, ре минор и ми мажор. Дело в том, что многие гитаристы играют аккорды, проводя их просто вниз или играя боем. А я покажу, как можно разнообразить свою игру при помощи аккордовых арпеджио. Давайте посмотрим, как это выглядит. От пятой струны до второй. Затем дергаем безымянным пальцем вторую струну и играем легато сдергивания. То есть вот и в медленном темпе звучит так. То же самое можем сыграть с открытой струной. Ставим первый палец и играем сдергивание. Потренируйтесь в медленном темпе, чтобы у вас получилось такое звучание. Самое можно сыграть и с первой струной на первом ладу. Дергаем пятую, третью, вторую, первую. Вообще аккорд АМ можно обыграть в разных позициях. Первый это звучит так. Дальше на пятом ладу с дергиванием седьмого лада на пятую можно мизинец использовать. Также мы можем играть вот такой аккорд, зажатый на восьмом, девятом, десятом ладу, также с пятым басом и с мизинцем. Либо такой более сложный вариант аппликатуры, это когда мы зажимаем на седьмом первый палец, на девятом, на десятом и играем сдергивание уже на восьмом ладу. Что касается аккорда ДМ, мы можем сыграть с четвертого баса. То есть играем четвертый, третий, вторая, первая, затем дергаем безымянным пальцем первую струну и играем сдергивание. То же самое можно сыграть, если палец остается на первом ладу, сдергиваем мизинцем. В пятой позиции это звучит так. Либо можно мизинец. Если у вас палец длинный, можно вообще до десятого лада достать. Но это уже, конечно, извращение. И на десятом ладу зажимаем малые бары, играем 12 и 13 лад. Это что касается аккорда ДМ. Что касается аккорда Е, мы можем сыграть его. Ну, во-первых, мы можем сыграть его так вот. То есть шестая, четвертая открытая, третья зажатая на первом ладу, вторая открытая, и затем сдергивание идет. И обратно движение. В медленном темпе звучит так. А можно поставить аккорд Е7 и сыграть 6, 4, 3, 2, мизинец, сдергивание, 3, 4. Вот. Так мы обыгрываем аккорд Е7. Также можно его обыграть вот так вот. Взять на седьмом ладу баре, здесь зажать на девятом ладу и сыграть так. Шестая, третья, вторая, первая. Сдергивание идет с восьмого на седьмой. И мизинчик. И приходим в АМ. Пятая позиция. Это все аккорд АМ. Либо можно уйти сюда. Но, как правило, не ухожу. И аккорд ДМ. И аккорд Е.